Итак, сегодня у нас... Сегодня у нас... А что у нас сегодня? Сегодня у нас 2 сентября 2017 года. Ну подожди. Мы находимся в поселке Репино Ленинградской области. Погодка вроде ничего такая хорошая. Будем сегодня играть в лапту. В национальную, скажем так, русскую игру лапту. В общем, ехать от Питера на электричке до Репино 45 минут где-то, и цена 82 рубля финляндского 83. Вокзала. 83 рубля, да. Ну вот мы прибыли на набережную Репино. Там вдалеке виднеется газпромовская вышка. Там вдалеке Кронштадт. Ну вот сам Финский залив и песчаный пляжик. А вот здесь мы сделаем поле для лапты. Алиска бежит. А вот там мы решили расположиться. В общем, в принципе, все удобненько, хорошо. Даже мангальчик там есть. В общем, вот так вот выглядит лапта. Если кому интересно, можно почитать правила. Но смысл такой, что одна команда в поле, одна команда в пригороде. Те, кто в пригороде, бьют. И игроку нужно добежать до линии кона и обратно. И тогда получишь очко. Вот мы расчертили тут поле. Так, стаканчиками обозначено. Не очень особо видно, конечно. Но мы сделали все-таки поле меньше, чем положено. Иначе тут совсем большие расстояния. Попробуем пока вот так поиграть. В общем, тут поиграли мы. Хочу сразу сказать, что физически это очень тяжело оказывается. Вот все умирают. И Оксанка умирает. Но, в общем-то, в принципе, это, конечно, весело. Устали мы конкретно, потому что ноги гудят, все болит. Ждем такси. Но лапта того стоит. Ребята, играйте в лапту. Отдыхайте чаще.